Мемориал героической обороны Севастополя. Вечный огонь. Ни один важный праздник в нашем городе не обходится без возложения цветов. В День России в наш город приехал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Цветы возложил вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, руководством городского парламента, Черноморского флота и представителями духовенства. А затем почетные гости переместились на набережную Корнилова. Здесь с ансамблем песни и пляски Черноморского флота все вместе исполнили гимн страны. А севастопольская молодежь в честь Дня России растянула государственный триколор. И, конечно же, на набережной Корнилова не мог не прозвучать легендарный гимн нашего города-героя. От всей души поздравляю всех севастопольцев, всех граждан нашей страны с Днем России, потому как мы сегодня находимся, нам выпало счастье и честь встречать этот праздник в Севастополе. А как сказал наш президент, Севастополь – это патриотическая столица России. Поэтому, конечно же, только самые сегодня возвышенные чувства гордости за нашу страну, гордости за то, что у нас есть город Севастополь, который будет только от года к году все более и более, так сказать, развиваться и доказывать то, что в 2014 году, то, что какой выбор был сделан правильно. Поэтому всех с праздником. Каждый визит мой в город-герой Севастополя оставляет неизгладимые впечатления. Многие испытания, которые нам всем пришлось пройти, мы выдержали как раз благодаря единству нашего народа. И для меня тоже великая честь в этот день находиться в городе-герое Севастополя, который внес свой неоценимый вклад и в развитие нашей страны, в обороноспособность страны вносит вклад. И уверен, что у города прекрасное будущее. Поэтому всех севастопольцев с праздником, с Днем России. Режим самоизоляции в Севастополе снят. А значит, теперь севастопольцы и гости города могут наслаждаться свежим воздухом, прекрасной солнечной погодой и красотами Белокаменного, что они с удовольствием и делают в День России. Очень хорошо. Благодарны, что мы в России. Благодарны нашему губернатору. Мы думаем, что мы его выберем, потому что очень заботливый и внимательный руководитель. И очень любим Севастополь. Выбрали всей семьей в город. Хороший день, солнечный. Радует. Волонтеры угостили мороженым, ленточками. Тоже очень приятно. Великолепное ощущение. Праздник чувствуется, музыка приятная, атмосфера. Погода великолепная, все прекрасно. Чудесное настроение, хорошая погода. Все хорошо. Город у нас красивый, ждет гостей. Мы счастливы быть вместе с Россией. Единение и сплоченность для севастопольцев не просто слова. Общими силами и стремлениями уже 6 лет, как они вернулись в родную гавань. А 14 июня наш город отметит еще один праздник – 237-ю годовщину со дня своего основания. Святослав Данилов, Сергей Котляренко, новости Севастополя.